как вот с той стороны доносилось что-то, какие-то слова в рупор. Вот, закройте окна или что-то такое. Я так думаю, что это там дом горит, девятиэтажка. Было вообще ничего не видно было там, в той стороне. Теперь разнеслось все вот здесь в округе. Дышать невозможно, слезы, гортань схватывает. Невозможно. Я встал с утра, почувствовал, что чем-то пахнет. Мама окна закрыла. Ну, у меня стали слезиться глаза. Почувствовал, что тяжело дышать. Потом соседка зашла, сказала, что на Гончаренко перевернулась фура с ментолом. Там отцепили, говорят. Все, и милиционеры стоят в противогазах. Короче, в Ленинский район, в правую сторону стоит машина пожарная, это скорая перегородила дорогу. Ага. Ага. Это вот переездной вагон. Ну вот сказали, что вагон перевернулся и все, что, не знаю больше. Мы только приехали. И линейки не будет. Ну, да? Вроде отменили, но... Сегодняшний режим переносится на завтра. К полдесятому линейка в 10, значит, так все. То есть завтра также подходить, да. Как сегодня.